Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. 12,5 миллионов потратил за 2020 год резервный фонд правительства Кировской области. 2,7 миллиона пошло на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса, на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в муниципальных образованиях – 10 миллионов. Об этом сообщает региональный Минфин. Примерно половина из этих 10 миллионов пошла на аварийно-восстановительные работы после происшествий. На соцвыплаты потратили 4 миллиона 900 тысяч, их получили 164 пострадавших. Программа «Экономика». Кировчане стали меньше жаловаться на микрофинансовые организации. Об этом сообщает Кировское отделение Банка России. По его данным, за январь-ноябрь 2020 года поступило 135 жалоб. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Значительно, в 15 раз снизилось число сообщений о превышении предельного размера долга. Поступило всего 4 обращения. Сократилось количество жалоб на неправомерные действия при погашении долгов и выдаче копий документов. В период пандемии МФО оказывали дополнительные меры гражданам, столкнувшимся со снижением дохода, реструктурировали ранее выданные займы по закону о кредитных каникулах и в рамках собственных программ. С данными вопросами было связано 12 жалоб, при этом половина из них поступила в первые два месяца пандемии в апреле и мае. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Банк Хлынов внедрил систему оплаты по QR-коду. Сервис QR для бизнеса – это инновационный способ оплаты без терминалов и карт с использованием СБП – системы быстрых платежей. Предприниматели могут экономить на банковской комиссии, она ниже комиссии торгового и интернет-инквайринга. Кроме того, зачисление средств на расчетный счет происходит мгновенно. Дополнительного оборудования приобретать не нужно, вам достаточно сгенерировать QR-код. Клиентам для покупки не требуется введение данных карты, что защищает их от мошенников. Доступная система для большинства смартфонов, нужна лишь камера и поддержка банковских приложений. Оставить заявку на подключение можно на сайте bank-hlynov.rf. Возрастное ограничение сайта 0+. Также можно обратиться по телефону 8 800 252 37. Бесплатный звонок по России. А УКБ Хлынов, лицензия ЦБРФ номер 254. Программа «Экономика» на 101 FM.